38-летний мужчина собирался утром на работу и завел автомобиль, когда получил ранение из ружья от соседа. Пострадавшего забрала скорая, но спасти его не удалось, он скончался от травм. 60-летний задержанный во время допросов полиции сообщил, что увидел демона и поэтому выстрелил. Его задержали и направят на обследование в психоневрологический диспансер. В полиции отметили, что ружье, из которого стрелял задержанный, зарегистрировано. По факту убийства заведено уголовное дело. По факту убийства 38-летнего жителя города Ерейментау начато досудебное расследование по статье 99 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время 60-летний подозреваемый, являющийся соседом потерпевшего, задержан. Оружие изъято, установлены свидетели происшествия.